Сейчас недельная глава Китиса. Ну, в эту субботу вынимают два свитка Торы. В одной читают недельную главу Китиса, а в другой читают Паршат Пара, главу о красной корове. В Шулхан Арух приводится, что эту главу надо особенно читать. Есть даже мнение, что это история, но главу эту важно слушать. Так начинаем недельную главу. «Вайдабе адиной омешалый мэр», говорил Бог Моше, говоря, «Кисисо эсрэйш мне Исраил ливкудэхэм, когда ты примешь головы сынов Израиля по их счету, выносно, чтобы они дали, ишь кейфа навшей, каждый выкуп своей души адиной Богу, и в кейдейсом, когда их считают, вереевоем негев, и в кейдейсом, чтобы не было эпидемии, когда их считают. То есть каждый дает. И считают эти монеты. Заитну, что от этого, что они дали, кого и вера лапкудим, каждый, кто проходит по счету, махци со шекелу, шекелу акейдеш, пол шекела святым шекелом, Эсрим гейро ашекел, 20 гейро шекел, махцис ашекел трумол адиной, пол шекела это приношение Богу. Кейло ивера лапкудим, каждый проходит по счету, мибен эсрим шонова мало, 20 лет и выше, гитин трумол адиной, что дал приношение Богу. То есть каждый должен дать по пол шекела. И считают эти монеты. Считают монеты и так знают количество людей. Комментаторы спрашивают, надо было давать какую монету, почему же установили, чтобы каждый дал пол шекеля? Почему не целый? По-моему, это Рав Шломе Алкабец, автор песни «Лехот Дейд». И он говорит на это так, что каждый еврей должен ощущать себя, что он только половина. Он полноценный еще с другим евреем. Он только половина. Поэтому не случайно каждый дает именно пол шекеля. Совершенство каждого еврея, что есть еще евреи. Иошир ярбе, богат, что мне дал больше, вадал ли ямит, а бедный, что мне дал меньше, мимахцы со шокера, половину шекера, росей со струма с одиной, дать приношение Богу, хаперал на вши сехан, простить на ваши души. Вот это интересно, что при этом счете каждый должен был дать пол шекеля. Чтобы не было ощущения, богатый, а я как, я не знаю, как тысяча других евреев. А бедный, а я вообще почти никто. Нет. В этом счете все равны. Каждый дает пол шекеля. Из этих пол шекеля потом сделали подставки при постройке мешкана. Но как то возьмешь от кесефа кипурим, деньги, вот это прощение, мы изны Исраила, от сыновей Израиля, вы насато Исей, чтобы ты дал его, а Равидас и умеет, на работу вы умоете. Вое будет ли в ней Исраил, будет сынам Израиля лази корин с воспоминания лифны одиной перед Богом, лехапейрал навши сейхем, простить на ваши души. Это будет прощение. Вообще, евреев не надо считать. А тут так, как надо было считать, так для прощения брали от каждого пол шекеля. И тоже не считали евреев, считали эти половины шкалы. Сейчас тут в Израиле паника в связи с короной. Хотел бы сказать об этом пару слов. Послушайте, знать расчеты Бога мы не знаем. Что тут Бог имеет в виду, для чего, зачем?
Но я хочу сказать несколько мыслей, которые у меня были в связи с этим. Первая мысль, что, наверное, Бог хочет показать человечеству, что человечество слишком зазналось. Люди считают, что мы уже все победили. Мы победили такие-то болезни. Мы нашли антибиотики. У нас есть вакцины и так далее. Правильно. Бог передал человеку, дал человеку разум. И передал ему, чтобы он был руководителем мира. Так написано. Наполняйте землю и захватывайте ее. То есть он, человек руководитель мира, не какие-то животные. Но с другой стороны, человек тоже должен знать, что он не полный хозяин. Есть хозяин над ним, есть Бог. А многие люди перестали это ощущать. Бог хочет нам об этом напомнить. Вот сейчас есть маленький вирус, по размеру он маленький. Ну, вы можете с ним справиться. Надо знать, что есть хозяин над нами, есть Бог. И надо уметь склонять перед ним голову. И я думаю, что это из того, что Бог хочет нам сказать. Хотел бы еще сказать мысль. В последнее время в современном западном мире стала очень привычка, что обязательно один подает другому руку, даже обнимается, целуется, не обращает внимания мужчина с мужчиной, мужчина с женщиной, женщина с мужчиной, не обращая на это внимания. И люди думают, а как можно иначе? Как можно себя вести иначе? В связи с вирусом короны, я вижу, что люди сейчас отдаляются от этого. И я вижу, что можно жить иначе. Пока мужчины и женщины должны отдаляться от физической близости. И это вполне естественно. И это путь скромности. И нам показывают, что это вполне возможно и реально. Продолжаю хумаш. Вдабе один ом еще гемер, говорил Бог Моше, говоря, «Веосиса киена хэшас, сделаю умывальник медный, веханэйна хэшас, его основание медный грохцо, купаться, веносато если поставь его, бене умеет, между палаткой свидания, то есть где меньше говорит с Богом, увы на мизбеях и между жертвенником, в носату шома мою, положи туда воду, в рог отцу Аарину воном мимену, будут мыть Аарон и его сыновья от него, эс еды хэм вэс рагры хэм, их руки и ноги, они должны быть, руки и ноги, моют правую руку и правую ногу, а затем левую руку и левую ногу. Когда они должны мыть? Бевиёме ле умеет. Когда они приходят, ле умеет. Ехацу маим. Должны мыть водой в ле мусу. И чтобы они не умерли. Значит, не умерли. Если они этого делать не будут, им полагается смерть от Бога. Это бита беды шамай. Значит, они входят в ле умеет, палатку свидания. Мишкан, эй, выги, что мы рамисбеях, когда они подходят к жертвеннику, еще рей служить, как ты решил одиной воскурить огненную жертву перед Богом. Какой жертвенник? Речь идет о медном жертвеннике. А золотом, нечего и говорить, он внутри Оумэйда. Так он входит в Оумэйд, если он подходит к золотому. Речь идет про медный, который стоял во дворе. Барахатсуидем, брагрем, бреем мусу, что они мыли руки и ноги, что они не умерли. Поисовым хокером, будет у них вечный завет. Рейу за рейу де рейсом, ему его потомство на поколение. Это заповедь для куаним. Когда они приходят служить, они должны раньше
мыть руки и ноги. Это одно из источников того, что мы перед молитвой моем руки. То есть это не то же самое, но это из источников этого закона. Приводится, что если человек не уверен за чистоту рук, то перед каждой молитвой он должен мыть руки. Говорю, Бог Моше говоря, «Веато каха хоп соми брэш». Возьми себе избранные пахучие растения. Может быть, некоторые из них пахучие, не растения. Значит, тут разные названия, я переводы их не знаю. Мордрейр хамеш мейс, 500 шкалим. Знаете, сколько шекел? 16 грамм, или по другому мнению, 14 грамм. Так, если так, 500 шкалим, сколько это? 8 килограмм или 7 килограмм? Выкинем беса махцисы, половина хамишиму масоин, 250, укней весим, палочки босым хамишиму масоин, 250. 30, это уже 4 или 3,5 килограмма. Выкиду, акиду хамиш мейс, вешекел акидеш, святым шекелом, вешемеза из хин. Оливковое масло хин. Ин равен по объему 72 яйцам. Боасиса, если сделал его шеме мишхаскейдеш, масло святого помазания, рейках миркахат, то есть это как бы мастерская работа перемешать, масирекех, работа мастера такого, шеме мишхаскейдеш, масло святого помазания, и будет. То есть, видите, в нашей главе мы тут продолжаем правила служения в храме. Так тут мы говорим про масло помазания. Еще не, дальше будет про воскурение, которое делали в храме. И масло помазания, он упоминает, какие виды пахучих растений там были. Умашахтовый, должен помазать имя свое умоет. И умоет весаринуидус, и ковчег свидетельства. Весашухом, вескукилом, стол и все предметы его. Весамнейро, светильник, вескелео, ее предметы, весьмизбах актерас, и жертвенник воскурения, это золотой жертвенник, весьмизбах ойло, жертвенник Оля, это медный жертвенник, весколкейлов, и все его предметы, то есть предметы, которые служат им, весакиер, умывальник, весканы, его основание, векидаш тоисом, а святых, вою будут кидыш кодошим, святая святых, куаны геебоем егдош. Кто дотронется до них, станет святым. То есть так, если что-то ложат святые предметы, это освящается. Это святые предметы храма, я имел в виду. Везарим везмонов тим шох, Арон и его сыновей помаш, векидаш тоисом, а святых лехаэйн ли, что они мне служили. То есть Арон и его сыновей надо было помазать. Этим маслом помазания, которое делали с оливковым маслом и с этими пахучими растениями, варили и делали, да, помазали Аарона и его сыновей, и ими мазали цари. «Веобне Исраэл тенабер геймер», а сынам Израиля говорит так, «Шеме мишхас кейдеш». Масло святого помазания, езе лила дерисыхам, будет у меня на ваше поколение. А у псар одом на тело человека лаисов, чтобы не мазали. У маскунта по его подобию, по его пропорции, лаисасу комею. Не делайте, как он. В этот такой состав. Кейдешу – это святое. Кейдешу и лохэм – то было святое для вас. Нельзя делать точно так, в таком же составе. Иша шаиха комею. Человек, который сделает подобно ему, ваша итен мимену аузор, и тот, кто даст от него, от вот этого масла, помазание на чужого, значит, чужого, не на коина, когда надо помазать, не на святые предметы, и не на царя, когда надо его помазать, так если он помажет что-то другое, в них раз ми амов,
будет отрезан от его народа. Полагается ему карет. Полагается карет отрезание его души от источника. Кто делает подобное ему? И то же самое, кто от этого масла, которое сделал Моше, помажет на кого-то другого. Моим имя Адиноэл Миша, сказал Бог Миша, как хохосамим, бери пахучий состав, и он упоминает, на то пушхила свыхобно, самим уловей нозако, чистый латн. Тут упоминается только четыре. Бадба вад ее, один на один будет. Но тут, видите, тут написано кратко. Бери все составы. И еще раз составы. То есть тут упоминается четыре. И действительно, эти четыре, которые тут упоминаются, они основные по количеству. Всего в его состав входило 11 пахучих растений. И из них эти четыре были, составляли львиную долю. Всего было, делали на целый год 368 на весь год. Так из них эти четыре были каждый по 70. 70 на 4, сколько это? 280. Значит, были 280 от них. И были еще 88 еще от 7 других видов. Молодцы, Суисух, ты сделай из этого скурения, рейках, мастерский, смешанный массой рейках, работа мастера, мумулок перемешана, тагор чистый, кодыш святой, мешохахтом имену адык, чтобы ты размолол это тонко, ванасатум имену даст лифны аидус перед свидетельством, вэлмойде, ашэвоиду лохошома, что я встречу с тобой там, кидыш кодошим ты елохэм, святая святых, что будет у вас. То есть это воскуряли на золотом жертвеннике, который находился внутри мешкана. Утром и вечером. Поэтому же золотой жертвенник назывался Мисбах Актора. Жертвенник воскурения. Ве актира сашатасы. Актора, который ты сделаешь, маскунто. По ее составу, рисасулахам, не делайте для вас. Нельзя делать для себя-то подобное этому. Интересно, нельзя делать для себя. А если человек хочет сделать подобное, для того, чтобы потом передать обществу для воскурения в храме, он этого может. Не делайте для вас, для личного пользования. Кейдеш ти елехо, святое будет вам, тебе, родиной перед Богом. Иша шаяса хомео лориах бо, человек, который сделает, как она, чтобы нюхать от него, от нее в них асмиамов будет отрезан от своего народа, ему полагается карет. Майдабер Адиной умешалый мир, и у Бог Моше говоря, рей, смотри, короси вышим, я назвал именем, Бецалу бен Ури бен Хур мата Иуда, Бецалу сын Ури сын Хур от колена Иуда, помогай си руах Элохим, наполнил его дух Бога, Бехохма, мудростью, бисфуна, пониманием, вда, знанием, умхом и лохом. Каждый, любой, во всякой работе. Наполнил его мудростью знать, понимать разнообразные работы. Рахшейв махашо вейс. Как по-таргому значит обучать специалистов. Знаете, есть человек, который сам умеет, а обучать других нет, нет. Он умел обучать других. Раз и сделать базу ову вакесев у ванхейшес. В золоте, серебре и меди. У вахаришес эвен. В мастерстве камня ломолот наполнять. У вахаришес эйц. И в мастерстве дерева. Раз и делать бы холм и лоха, любую работу. Ванья я. И ныне саты и ты. Я дал с ним. Эсуалио бен ахисома хуматый дон. От колена Дан, с ним был вместе, а Олио в сынах Исомах из колена Дан. Он был из колена Иуда Бецау, а Олио был из колена Дан. Убырыв кохахам рыв носатый хохмо. И в сердце каждого мудрым сердцем я дал мудрость. Восу сделайте, скважатся весихо. Все, что я тебе велел.
Если умоет, и умоет, то есть сам постройка мешкана. Весь орн ковчег, идут для свидетельства. Весь окапирес, крышка шалов, который над ним. Весь кукрайоил, и все предметы палатки. Весь ашухом, весь кейлов, стол и его предметы. Весь амнейро, и светильник, атеиро чистые. Знаете, почему она называется чистой? Она из чистого золота. Весь кукрайоил, все ее предметы. Весь мизбах, актерас. И жертвенник воскурения. Весь мизбах, его жертвенник оля. То есть это медный жертвенник, на котором приносили жертвы всесожжения, весь колкиров и все его предметы, весь акиер и умывальник, весь каны и его основания, весь бигдей хасрод, одежды службы, весь бигдей акейдеш, одежды святые арна коин, арн коину, весь бигдей вонов, одежды его сыновей, лехаин, чтобы служить. Вы знаете, что нужно было особое мастерство ткать эти одежды. Особенно одежды Аарона. Там была особая мастерская работа. Там есть два ти, написано Масей Хошейф. Это особая мастерская работа. По Раше Масей Хошейф значит, что с одной стороны один рисунок, с другой стороны другой. А есть Масей Рокея и Параше. С обоих сторон тот же рисунок. Это Параше. По Рамбаму, вообще-то это же написано уже до этого в Геморе. Так Параше. А по Рамбаму Масей Хошеев. Тот же рисунок с обоих сторон. А Масей Рокея рисунок только с одной стороны. То есть ткани с одной стороны видно. Вечемена мишха, масло помазание, векстыра сасамим, который пахучий состав для воскурения, лакидр для святого, кихилашен цивисихо ясу, как все, что я тебе велел, что они сделали. Вайда баей мерадиной, а умейшо рима. Значит, он им сказал, что они все это построили. А теперь Бог сказал к Моше, говорят так. Вято ати дабер, говори обней Исраил, сынам Израиля, имя говоря, ах, только шабсей сайти шмиро. Мои субботы сохраняйте. Кейси бени увенехам гадерисехам. Потому что это знак между мной и между вами на ваше поколение. Вода, что вы знали, ки они одиной мекадишхам. Я Бог, который освящаю вас. Ушмартеме са шаббас. Берегите субботу. Кикейдиш и Рохем, она святая для вас. Махаурео мейс юмос. Кто и оскверняет смертные казни? Килококо эйсе вомерохо. Каждый, кто делает не работу, в них расо будет отрезана анефеша и та душа мекера вамео из ее народа. Очень интересное выражение тут. Сохраняйте субботу, она святая. Кто оскверняет смертные казни? Потому что кто делает работу, это страшная вещь. Его душа отрезается. От источника, поэтому полагается смертная казнь за нарушение субботы. Шейше с йомими йосем и рохо. Шесть дней, что была сделана работа. Во имя Швии на седьмой, шабос шабосин, полный отдых, кейдеш мадиной, святой перед Богом. Кола исем и рохо, во имя шабос, мейс юмос. Каждый, кто делает работу в день субботний, смертная казнь. Вешом рубны исроилеса шабос. Чтобы евреи сохраняли субботу. Раз если за шаббат сделает субботу, рейдерейс во всех поколениях, присылал, это вечный завет, завет. Бени между мной, увейм на Исраил, между сынами Израиля, и силаем, это знак навеки, суббота. Суббота – это знак между Богом и еврейским народом. Кишейши с йоми, за шесть дней, что за шесть дней, осадиной, осашамаим, весаварец, Бог сделал небеса и землю, во имя Швия, на седьмой, чтобы освоенов, аж отдохнул. Суббота – это знак между Богом и еврейским народом. И это самый святой день. Интересно, что Тора пишет тут о субботе прямо возле приказа о постройке мешкана, временного храма. Какая тут связь?
Талмуд учит отсюда. Учит отсюда, что в субботу запрещены именно те работы, работа в субботу считается те работы, которые производились при постройке мешкана. Именно эти работы. А всего было 39 работ. Интересно. Есть параллель от нашего отдыха в субботу к тому, что Бог за 6 дней создал небеса и землю, а в 7-й отдохнул. Не создавал ничего нового. И мы видим тут параллель между постройкой мешкана и между соблюдением работы в субботу. Я видел объяснение такое, что мешкан – это как бы это миниатюра мира. В мире есть 39 основных работ, и при постройке мешкана было 39 работ. Бог за 6 дней создавал мир, а мешкан – это миниатюра мира. И работа и связана, понятие работы в субботу прямо связаны с теми работами, понятием работы, которые были сделаны при постройке мешкана. А всего есть таких 39 работ. Суббота – это великий день. Вы знаете, что суббота – это знак еврея. Суббота приравнивает, соблюдение субботы приравнивается к соблюдению всей Торы. А нарушение субботы приравнивается к нарушению всей Торы. Суббота – это знак еврея. Когда еврей соблюдает субботу, это знак еврея. И Мидраш говорит так. Не евреи спрашивают, почему все лавки открыты сегодня, а лавка Миши закрыта. Говорят, он еврей. Ну и что же, что он еврей? У него суббота. Ну и что же, что он еврей, сегодня суббота? Он верит, что Бог за 6 дней создавал небеса и землю, а в 7-й день отдохнул. То есть еврей возвещает по всему миру о Боге. Соблюдением субботы. Постройка мешкана очень важна, но она научит от того, что написано одна возле другой о постройке мешкана и о субботе, что мешкан надо строить, но не в субботу. Соблюдение субботы важнее. Дальше идет кусочек, большой отрывок, который рассказывает, что произошло, когда Моше задержался в горе. Он был там 40 дней. И что там было? Написано, Бог дал ему две скрижали. А что было с народом? Народ увидел, что Моше задерживается спускаться с горы. Они ожидали, что он спустится скоро, а Моше не спускался. Он сейчас оставался в горе. И народ растерялся. У них появилось ощущение, что Моше больше не вернется. А что делать? И тут была вы знаете, что когда евреи вышли из Египта,
то написано, что большая смесь неевреев, смесь, по-видимому, смесь разных народов, тоже вышла с ним, с ними. И как Медрашим говорят, что Моше их принял, не спрашивая у Бога. И они как раз стали инициаторами, чтобы сделать золотого тельца. Именно они. Что значит, что такое, что они служили, что они сделали золотого тельца? На этом уже останавливаются комментаторы. И среди них Рабби Иуда Алеви в своей книге, известной книге Кузари. И Рабби Иуда Алеви говорит так. Для большинства евреев это совсем не значило, что они собирались служить идолам. Это означало что-то другое. Люди хотели иметь перед собой что-то реальное, что-то вещественное. И поэтому они, когда был Моше, он руководил всем, и они были спокойны. Когда Моше задержался, и появились слухи, приводится, есть Медрашим, что сатана им показал, что им показали кровать Моше, то есть Моше умершим, и они думали, что Моше уже не вернется. Они хотели иметь что-то вещественное, служить Богу, единому Богу, но иметь перед собой какой-то предмет, которому они дают какую-то святость. И через него идет святость Бога. Вот мы, скажите, мы знаем, что есть святость в местах, где мы молимся, где мы учимся. Бейт Кнессет, Бейт Медраш, правильно? Понятно, что основа, потому что там молятся и там учатся. Они хотели иметь что-то вещественное. И из корней этого было, из причин этого было, они же выросли в Египте, в египетской культуре. И тогда сначала они были связаны с идолами тоже. В связи с чудесами, которые они видели в Египте, они отошли от идолов. Но основы этого взглядов, основы этой культуры у них остались. Они хотели иметь перед собой что-то вещественное, что-то ощущаемое. И они обратились к Аарону, чтобы он им это сделал. Как пишет Рабби Иуда Алеви, это было нарушение закона Бога. Написано, не делайте никаких изображений. Но это не было идолопоклонством. Они не считали его идолом, не считали его Богом. Но они считали, что через него они будут иметь связь с Богом. Хотели иметь что-то вещественное. Это видно из дальнейшего. В дальнейшем написано, что написано там, сколько казнили за служение идолам. Написано, казнили сколько? 3000 человек. А раз мы знаем, что евреев было 600 тысяч, 3000 человек относительно 600 тысяч, сколько это в процентах? 0,5%. То есть так, я вам скажу. Вы же знаете, есть партии, и есть движения, есть духовные движения. Есть, как говорится, в партиях, в движениях, есть центральная линия, а есть крайности. Правильно?
Во многих движениях есть, видно это. Какие-то крайности. Крайности правые, крайности левые. То есть так. Основная линия этого движения, которое хотели, шли делать Золотой Телец, было, чтобы он как через что-то ощутимое, через него служить Богу. Иметь перед собой что-то ощутимое. Чтобы они могли увидеть и пощупать. Это было нарушение одной из заповедей Бога, но это не было идолопоклонство. Но, как мы уже сказали, что в каждом движении есть и крайности. Те, как крайности их, они считали его идолом, считали его Богом. Вот это количество этих назовем их, я не знаю, ультралевых, ультраправых, назовите как хотите, крайностей было 3000 человек, то есть 0,5%. Но интересно, что есть такие крайности, такая часть, это уже что-то говорит обо всем движении тоже. Что что-то там было не как надо. Ну, и мы уже говорили, что есть было там нарушение запрета Бога. Это тоже страшно. Но не то, что они прямо служили идолу. Большинство евреев такого не было. Интересно. Беседа, так Бог, они обратились к Аарону, Аарон бросил, потом вышел телец. Медрашим приводит, что было какое-то там место, которое было, которое упало, и через это ты вышло. Они сказали евреям, это твой Бог Израиль, который тебя вывел из земли египетской. Ну, кто мог это сказать? Это твой Бог. Евреи это сказать не могли. Потому что если да, то это наш Бог. А значит, это твой Бог. И это вот эта смесь народов, которые Моше принял, не спрашивая у Бога, это сказали евреи. Они были центральными в этом. И они потянули за собой евреев. И в этом была опасность. Когда присоединяется к еврейскому народу большая группа, которая была связана с идолами, то есть опасность. Когда все идет нормально, они идут, так сказать, в общих рядах. А когда есть испытание, им тяжело пройти это испытание. Моше задерживается. Испытание. Так они не выдержали это испытание и еще подтянули за собой евреев. И Бог имел на Моше претензию. Бог сказал Моше, иди спустись с твоего уровня, потому что испортился твой народ, который ты вывел из Египта. Что значит твой народ? Это народ Моше или народ Бога? Народ Бога. А что значит твой народ? Так Раши объясняет, твой народ, значит, вот эти смесь народов, которые вышли из Египта, и ты их принял, не спрашивая у меня, твой народ испортился, твой, который ты принял, не спрашивая у меня. Я, Моше, думал, что это освящение имени Бога, что и другие народы тоже присоединяются к Богу. Но такой вопрос, он должен был спросить у Бога. И это то, что Бог имеет, выражает ему претензии Моше. Отошли быстро с дороги, что я им велел. Сделали вылитого теленка. Поклонились ему, зарезали. Сказали, это твой Бог Израиль, который вывел из Египта. Бог говорит Моше, я увидел этот народ, а он упрямый. А оставь меня, я разгорится мой гнев на них, я их уничтожу, я тебя сделаю великим народом. Гемара нам говорит так, тем, что Бог сказал Моше, оставь меня, и
разгорится мой гнев, я их уничтожу. Тут между строк было, оставь меня, я их уничтожу. А если ты меня не оставишь, то если ты будешь сильно молиться, это может изменить. Это может изменить то, что я их не уничтожу. Тут был намек из слов Бога, что его молитва может изменить ситуацию. Оставь меня, я их уничтожу. И я тебя сделаю великим народом. Нет, это же вопрос. Ведь Бог обещал нашим отцам, Авраам, Исаак и Яков, что я тебя сделаю великий народ. Что же будет с обещанием Бога отцам? Обещание Бог выполняет. Он говорит, я сделаю тебя великим народом. Из тебя выйдет великий народ. И ты же из их потомков. Смотрите, это величие руководителя еврейского народа. Смотрите, это лестное предложение Моше. Из тебя выйдет новый народ, новый еврейский народ, только из тебя. Ну, очень, как сказать, только он останется. Но Моше заботится о народе, не о себе. Он руководитель еврейского народа, заботится о народе, не о себе. И Моше стал упрашивать Бога. Он говорит, почему Бог, чтобы горел гнев Бога на твой народ, вывел из земли египетской великой силой и сильной рукой? Интересно. Моше отвечает Богу той же монетой. Той же монетой, значит, той же монетой, тем же выражением. Почему, чтобы горел твой гнев на твой народ? Что это значит? Очень просто. Бог сказал Моше, испортился твой народ. Кто это твой народ? Те народы, которые присоединились к евреям при выходе из Египта, они испортились. Твой народ, что ты их принял, не спрашивая у меня, и они потянули с собой других. Потянули за собой весь еврейский народ. А что Моше сказал? А почему, что угорел твой гнев на твой народ, на коренных евреев, почему, что Бог сердился? Он ответил Богу в той же форме. Почему, что угорел гнев Бога на твой народ, который ты вывел, с такой силой, великой силой, сильной рукой? И тут будет осквернение имени Бога. Почему, что египтяне сказали, Бог вывел их для плохого, чтобы убить их в горах и уничтожить. Вернись от своего гнева и передумай на плохое твоему народу. Вспомни заслуги отцов Авраама, Ицхака и Якова, что ты им обещал. Медраж говорит, что Моше сказал Богу так, кроме всего прочего. Послушай, говорит, если стул на трех ножках не выстоял, то есть три отца, Авраам, Ицхак и Яков, а как он будет выстоять только на одной ноге, на мне. И ты им обещал, и поклялся им, я умножу ваше потомство, как звезды неба. И эту землю, которую я говорил, я дал твоему потомству и буду наследовать навеки. И Бог передумал на то плохое, чтобы он говорил делать своему народу. То есть Бог передумал. Медраж говорит так, дальше, что написано дальше, в день, что я их вспомню, я вспомню на них и грех. Медраж говорит на это сравнение. Король обещал бросить камень на своего сына, на принца. Пришел воспитатель сына и говорит, послушай, если ты бросишь на него этот камень, ты его убьешь. Но я же поклялся бросить этот камень на него. Он говорит, знаешь что? Разбей этот камень на маленькие камешки. И каждый раз бросай один камешек. Приводится, что в каждом наказании, когда приходит на еврейский народ, замешан грех золотого тельца. То есть из большого камня сделали один маленькие камешки. Mm-hmm.
Моше повернулся, спустился с горы, Моше с горы, и две скрижали свидетельство в его руке. Они написаны с обоих сторон. А это скрижали они, Бог их сделал. Записи Бог записал. И было, когда он приблизился к лагерю и увидел теленка и танцы, разгорелся гнев Моше, бросил своих рук скрижали и сломал их под горой. Задается вопрос, что нового узнал Моше, когда он приблизился к лагерю? Ведь уже, когда он был на горе, Бог ему сказал, твой народ испортился. Моше уже об этом знал. Что он узнал? Почему он не сломал скрижали на горе, а спускался с ними? И только потом, когда он приблизился к лагерю, сломал. Есть интересный комментатор с Фурно, он на это место, он говорит так. То, что евреи сделали золотого тельца, он знал. Уже на горе. Бог ему сказал. Но когда он приблизился к лагерю, написано, он увидел телец и танцы. То, что они сделали золотого тельца, Моше уже знал на горе. Новое, что он узнал, что они вместе с ним танцуют. Это страшно. Есть Зоар. Зоар говорит так. Все, что человек делает с радостью, входит глубоко внутри него. В Зоар написано доброе желание. Яйца тейф, коты умитах симхе, яйца рагоды умитах симхе. Доброе желание растет от радости, и злое желание растет. Плохое желание яйцера растет от радости. Яйца теев растет от радости, когда еврей делает мицву. А яйцера растет, когда делает аверу нарушение. То есть, то, что они сделали золотого тельца, Моше думал, еще можно как-то исправить. Но если они еще с ним танцуют, это входит, это слишком страшно, это слишком сильно в не входит. И это нам намного тяжелее исправить. Моше взял телец, который они сделали, сжег в огне, размолол, разбросал по воде и дал пить сынам Израиля. Точим. Это тоже говорит, что когда Моше вернулся, никто против него не встал. Никто против него не встал. Если бы они, не дай Бог, стали идолопоклонниками, так Моше пришел, ну так что? Это ты, Моше, а мы делаем что-то другое. Видно было, что это была растерянность от того, что не было Моше. А когда Моше вернулся, все вернулось на свое место. Но надо от этого учиться. Когда человек в растерянности, он в большой духовной опасности. Он может сделать неизвешенные поступки. И от этого надо учиться. Допустим, ты не знаешь, как поступать правильно. Но не делай поспешных и непродуманных действий. Подумай, как надо поступить. По желанию Бога, по Торе, который ты получил. То, что ты растерян, даже ты растерян, но опрометчивых действий не надо делать. Опрометчивых шагов нельзя делать. Ты не знаешь, не понимаешь. Будь спокоен, даже если ты не понимаешь. Надо подумать, что надо сделать. Миша встал в воротах лагеря и сказал, кто за Бога за мной. И к нему собрались все сыновья Леви, колено Леви. Да интересно. В Египте колено Леви были особыми.
Во-первых, колено Леви имело особые качества. Но в этом они были вместе, и колено Шимона, и колено Леви. Они были такие кипящие. Вы помните, когда осквернили Дину, кто пошел мстить Шхему, жителям города Шхем, Шимон и Леви? И Яков это критиковал. То есть они как огонь, они ревнители. Огонь, но вы знаете, огонь – это опасное качество. Огонь жгет, не разбирая. Но колено Леви, в Египте Леви жил старше всех других сыновей Якова, и он обучал своих детей и внуков Торы. И они были те, которые в Египте отдавались изучению Торы. И интересно, что египтяне этому не препятствовали. И когда позвали фараон, позвал всех евреев на так называемый субботник, и все преданно вышли, чтобы показать, насколько мы верны и преданы Египту, египетским властям. А колено, как известно, поставили насмотрщиков там и посмотрели, сколько каждый ложит кирпичей. И это сделали дневной нормой и записали всех, кто пришли. Колено Леви не вышло. Можно сказать так. Они сказали, если мы не получим ордена, герой труда Египта, проживем без ордена. Мы заняты более важными делами. Мы заняты изучением Торы. У нас на это нет времени. И они не вышли. И египтяне этому не мешали. И колено Леви было особенным. Они были единственными из еврейского народа, которые все делали обрезание. И были преданы Богу. Так сейчас тоже. Когда Моше сказал, кто за Бога за мной, к нему собралось все колено, все сыновья Леви. Он им сказал, так говорит Бог, Бог Израиля. Ложите каждый свой меч на бедро. Проходите и возвращайтесь от ворота ворота к лагерю и убивайте каждый своего брата, каждый своего товарища и каждый своего родственника. Что значит убивайте своего брата? Мы же только что читали, кто к нему собрался. Все колено Леви. Все колено Леви было верно Богу. Так, между прочим, это тоже очень интересно, что у колена Леви было вот это качество ревности. Не уступать. Это качество ревности, кипеть, кипение. Так это уже Яков это критиковал, потому что это опасное качество. Это может сжечь там, где и не надо. На историю, что они делали в Шхеме, Яков критиковал. Но сейчас, когда они отдались Торе, сила Торы может исправлять разные качества, и качество ревности тоже. Сейчас, когда они прошли через горнило Торы, то эта ревность очистилась, и она была использована в хороших целях. Как говорят, ядерная энергия в мирных целях. Тут, когда было страшное положение в еврейском народе, что они, многие евреи пошли золотым тельцом, единственные, кто остались верными и не имели никакого отношения к золотому тельцу, было колено Леви. И когда Моше сказал, кто за Бога за мной, к нему собралось все колено Леви.
И он им сказал, проходите от ворот в ворот в лагере и убивайте каждого своего брата, и каждого товарища, и каждого близкого, родственника. Так я возвращаюсь к вопросу. Раз все колено Леви было верно Богу, никто из них не служил золотому тельцу, что значит убивайте каждого своего брата? Брат тоже был Леви, нет? Если он Леви, брат Леви. Ответ такой. Брат по отцу тоже был точно Леви. И брата по отцу не служил золотому тельцу. Но у него мог быть брат по матери. И мог быть, который не из колена Леви. И мог быть родственник по материнской линии, который его родственник, но он служил золотому тельцу. И это как раз были те люди, о которых мы говорили, что они так и считали золотой телец, сделали из него прямо идола. И кто служит идолом, полагается смертной казни. Так воясубные Леви сделали сыновья Левики два мыши, по словам Моше. Бои пелминоом, бои мау, упал из народа в тот день, киш лыша сауфеиш, около 3000 человек. Во имя сказал Мейше, милу едха моим нашим, наполнитесь руки сегодня перед Богом, потому что ишбивны у Бога. Каждый, было, что он мог убить сына или брата. Чтобы у вас сегодня браха. Что значит сына и брата? Брата, мы уже говорили, брата от одной мамы. А что значит сына? Сына – это не сына, потому что если он Леви, то его сын тоже Леви. Имеется в виду не сын, а внук. Сын дочки. Могло так быть. На завтра, сказал Моше к народу, вы согрешили, сделали большой грех перед Богом. Я поднимусь к Богу. Может быть, прощу за ваш грех. И Моше вернулся к Богу и сказал, ой, народ согрешил страшный большой грех и сделали им идолы из золота. А теперь, если простишь, хорошо, а если нет, сотри меня из книги, что ты писал. И Моше молился Богу. Так Моше всего молился, один раз он был 40 дней после дарования Торы. Потом он спустился, сжег золотой телец и судил тем, кто служили. Затем он еще, по Раши, он поднялся еще раз на гору 40 дней, молился Богу за еврейский народ, но еще не было принято с полным желанием, прощения еще полного не было. Он спустился и поднялся третий раз на гору, поднялся Рошхода Шелюль, а спустился в Йом-Кипур, вот тогда уже было полное прощение. И полное прощение было в Йом-Кипур, и тогда Моше, это написано в нашей главе, что в Йом-Кипур Моше спустился с горы уже со вторым искажением. И тогда Йом-Кипур остановился как день прощения. То, что в Йом-Кипур уже Бог полностью простил еврейскому народу. В Йом-Кипур, что и Моше спустился в Йом-Кипур со вторыми скрижалями. Тут мы сегодня останавливаемся.